Всем привет, меня зовут Антон, и вы на канале «Пойди и проверь». Сегодня мы отправимся в заброшенную воинскую часть, которая находится вблизи поселка Партизан. Этот объект привлек наше внимание своими подземными сооружениями. Мы пойдем и посмотрим, что здесь есть. Приятного просмотра, поехали! Да, смотри, снег был. Снегом мы следили хорошо. Да. Ну, фонарик взял? Да. Ты взял? Доставай. Ну, тут серьезно. Все серьезно. Склады, да? Это были склады. Понятно. Цивилизация. Конкретная цивилизация. Осторожно, гвозди. Опасный вход. Кстати, похоже, как в Тимирязевке. В курсе, только чуть-чуть размеры поменьше, а форма такая же. О, он еще дальше идет. Он еще идет дальше. Вот такие масштабы нормальные. Вот, так тот выход еще есть. Даже какие-то сохранились. Тут что-то какая-то кондейка была, что ли? Да. Здесь типа для глины. Может, бывали что-то? Глина тут за. Почувствую, что здесь заливало. О, тут есть лестница. И свет тут уходит куда-то. Так, да? Так, здесь несколько выходов получается. Ну да, тут прямо сверху что-то. Так, сейчас взглянем, что здесь. Так, ну здесь. Ну, с той стороны сейчас посмотрим. Угу. Провалилось что-то. Давай выйдем. Давай глянем. Солдатские. Так, здесь надо будет аккуратно ходить, чтобы не дай бог. Это мы видели, да? Да, это мы оттуда снимали, чтобы нам такие темы не уйти. Вот следы свежие, но следы зверя, да? Видишь? Это не человеческий след. Ну вот провалилось то, что мы подсняли. Провалилась крыша. Вот мы вернулись, мы были здесь. Вернулись сейчас, хотим выйти на дорогу. Мы хотим выйти на дорогу, чтобы пройти дальше. Есть еще по карте, есть еще подземелья какие-то. Вот, мы хотим сейчас найти их, они немного дальше. Не идти по лесу. Вот. Пойдем по дороге искать. Вот вдоль дороги к этим, к следующим объектам. Ну, развалинам. А, получается, везде идут вот такие вот, видно, не видно, такие как окопы. Для техники. Как будто бы, да, для техники, как будто сюда что-то или прятали, или что. Вот они идут вдоль дороги. Не знаю, как правильно это называется. Они выложены из камней, получается, края, чтобы не осыпался грунт. И углублены. Вот. Чтобы... А сейчас мы идем смотреть следующие развалины, которые в этой заброшенной войсковой части. А, ну вон вход в один есть. Вон видно. Сейчас мы туда зайдем. Мы посмотрим дальше. Развалины. Здание. Здесь кирпич уже современный, понял, да? Ну,
Вперемешку. Тут все в кучу. Да. А сейчас мы полезем в бункер. Погнали. Да, ну на самом деле такой шаткой. Отличные сосульки. Со стен уже обрушается. Бетон. Смотрите, арматура, все серьезно. Вентиляция не была. Забита, конечно, уже. Здесь просто как какой-то склад. Наверное, видать, ты такое это подтапливает немного, но если это идет. Да, конечно, тут забито, уже срезано и... Да, я вообще скажу, не с***, скорее всего, просто сгнило. Ну да. Ну, идем дальше, там есть еще один. Пойдем. В самом конце вход. Мы идем туда. Поснимем что там. Вот еще. Получается, выложены вот эти вот окопы вот с камней. Вот. Еще один. Они идут прямо вдоль дороги. Вот следующий. А вот. Вот еще один вход. Вот сейчас мы зайдем, посмотрим сюда. И вот еще один такой же окоп. Вот. Все, дальше больше нет. Ага. Ну, все, идем смотреть окоп. Ой, окоп этот. Бункер. Ну вот, такой вот вход. Тут. А вход хорошо. Да, да, вход нормальный. Так. Ну, здесь тоже коротенький. Получается, он только так. Да, честно. Какой-то склад. Или сюда что-то прятали. Склад, скорее всего, какой-то. Да, может, личного состава. Да нет, личный состав, если бы был, если бы какие-то были... А, ну вон казармы. Утеплялось, конечно. Личный состав тут замерз бы зимой. Мы идем дальше. Пойдем. Посмотрим по карте, что тут еще есть. Еще есть ниже дороги тоже какие-то развалины. Пойдем смотреть их. Вот мы нашли еще один вход. И, скорее всего, такой же маленький. Какой-то бункер. А вон, смотри, кирпичи. Да, вот сейчас туда пойдем. А ну вот, и дальше вот эти вот укрепления, видишь? Они опять начинаются везде. Не буду еще касаться. Да, тут печально тут. Уже все падает. Ага, и затоплено. Здесь рухнуло. Начинает грунт давить, и оно все осыпается. Ну, такой же мелкий. Тоже ничего нового. Вот. Такой же здесь чисто лед. Везде. Здесь все затоплено. Вот. Это получается уже третий. Такой серьезненький тоже. Такой же, да? Еще меньше, он затоплен, да, получается? Какие-то палки здесь. Так, фонарь. Давай, полез. Давай. Палки. Еще. Да, он такой же. Затоплен. Он с стены, да, там? Да, давит со стены. Тут везде это. Вода, он затоплен наполовину. Да, тут он не полезен. А? Смысла нет сюда лезть. Такой же короткий, затопленный. Все затоплено водой. То есть вентиляция тоже сохранена. Но здесь ничего нет интересного. Где-то в лесу? Еще есть выше развалины. Мы идем их найти. Вот. И все, и вроде бы как, по Викимапе здесь больше ничего нет. Все остальные объекты
находится с другой стороны. Вот мы нашли еще одни руины в лесу. Откопали, чтоб вины не было. Осталось найти баню генеральскую. Что там еще было? Вертолетную площадку, мы сейчас ее увидим. А, вертолетная площадка, да, но мы ее не увидим, потому что она будет засыпана. Ну, возле бани там еще одни руины и все. Ну да, возле бани и руины. Вроде бы как бы все. Вот мы вышли к еще одним развалинам по дороге. Вот здесь есть. Что, родник, что ли? Родник. Но он же есть на карте, правильно? А, ну да, да, да. Ничего такое. Интересно. Не, ну, наверное, по-любому на тот путевой, да? Водичек. Если здесь следы есть, значит воду набираю. Ну что, как? Пить можно? Да, можно. Стена, да? Тупо стена. А, просто стенка, да. А, нет. Это все, что осталось. Пойдем, баню, пойдем в баньку помоемся. Ну, вот мы нашли баню генеральскую. Вот здесь кафель какой модный. Да. Банька. Модный кафель вообще. Бассейн. Ну, походу дела, да. Да, бассейн был. А это парилка. Ну, это парилочка. Да, видишь, выложено камушкой. Здесь была эта печка стояла. Вот получается генерал. Генерал какой-нибудь. Здесь вот сидел. Сидел на лавочке. А, хорошо. Салага, поддай пару. Да, 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 да. Салага поддавал пару, он напаривался и с криками прыгал. Прыгал в бассейн. Прыгал, да, в бассейн. Лютый бассейн. Да. Ну да, это получается где-то он здесь был. Засыпанный. Ну, не, он, видать, рухнул. Остался только вход. Надо еще какие-то здания. Ага. Ну тоже деревья проросли. Сколько 10 десятилетий прошло. Вот здесь нашли еще одно здание. Тоже такие же укрепления какие-то выложенными камнями. Вот здание. Давай, давай. Ну вряд ли, это просто засыпано. Это последнее здание на нашем, ну, по карте, которое есть. Больше ничего нету. И мы сейчас по кругу возвращаемся к себе туда. Нет. В машине. Ну, помещение. Ну все. Больше здесь ничего нет. А это последнее здание в нашем списке. Вид из окна шикарный. У пуль что-то я не вижу. Может это есть. Ну что, двигаем тачки. Ну вот, мы обошли все развалины этой войсковой части заброшенной. Показали баню, родник, бункеры, развалины. Есть еще вертолетная площадка, но так как сейчас снег, ее не видно, поэтому смысла нету ее показывать. Вот, ссылку на это место мы оставим в описании под роликом. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были Пойди и Проверь. До новых встреч. Прощайте.